25 февраля в Иркутске Центральный штаб Общероссийского народного фронта планирует провести конференцию по вопросам экологии. Ожидается, что участие в ней примут около 300 человек. Это гражданские активисты, ученые, представители СМИ, бизнеса и власти. Участники встречи обсудят такие вопросы, как способы противодействия черным лесорубам, методы борьбы с лесными и торфяными пожарами и охрану природы озера Байкал. По итогам конференции будет создана резолюция, которая станет основой для общественных предложений.